Керем Алышык возвращается на экраны в новом сериале, который является ремейком легендарного фильма «Судья из Бодрума», главные роли в котором сыграли Тюркан Шарай и Кадыр Инанир. Фильм основан на реальной истории жизни одной из первых женщин-судей Турции Мифарет Тюзюн. Керем Алышык также станет одним из продюсеров проекта. Кто исполнит главную женскую роль, пока неизвестно.